Всем привет и добро пожаловать! С вами Артем, и в этом видео я расскажу вам последние новости из мира моторов. Итак, Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода. Tesla Model S Long Range Plus стал первым в мире серийным автомобилем с максимальным пробегом более 400 миль по циклу API. Компания Tesla Motors представила новую топовую модификацию электрокара Model S, которая получила обозначение Long Range Plus. Новинка стала первым в мире серийным зеленым автомобилем с запасом хода более чем 400 миль. Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили, почти 650 километров, по стандарту Агентства по охране окружающей среды США EPA. Предыдущий рекорд Теслы по пробегу составлял 391 милю, 629 километров. При этом глава Теслы Илон Маск утверждал, что в автомобиле накануне тестов оставили ключ, из-за чего аккумулятор за ночь разрядился на 2%. Утечка энергии не позволила превзойти 400-мильный рубеж. Компания Tesla удалось улучшить максимальную дистанцию пробега благодаря использованию более легких материалов конструкции автомобилей в аккумуляторах, а также за счет специальных аэродинамических колес, уменьшенным на 2% сопротивлением качению. Кроме того, электрокар получил более эффективный комплект батарей с улучшенной системой охлаждения, а также значительно улучшенную функцию рекуперации кинетической энергии при торможении. Tesla Model S Long Range Plus в США обойдется минимум в 69,5 тысяч долларов, примерно 5 миллионов рублей по актуальному курсу. Обновленный седан BMW M5 рассекретили перед премьерой. Заряженный седан получит точечные изменения во внешности вслед за стандартной пятеркой. В распоряжении издания BMW Блок оказался официальный снимок обновленного спортивного седана у BMW M5, который получит модернизированную внешность вслед за стандартной пятой серией. Премьера автомобиля должна состояться в ближайшее время. На фотографии изображен седан в топовой модификации Competition и с цветом кузова и Mylored культовым оттенком для подразделения BMW M. Как и обычная пятерка, M-версии модели получит зауженную переднюю оптику с двойными L-образными блоками дневных ходовых огней, а также другие воздухозаборники и радиаторную решетку с более выраженными ламелями. Предполагается, что техническая начинка изменениям не подвернется. BMW M5 оснащают 4,4-литровым мотором V8 с двумя турбинами, который в стандартной модификации выдает 600 лошадиных сил и 750 ньютон-метров крутящего момента. У модификации Competition отдача агрегата увеличена до 625 лошадиных сил. Мотор работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В топовом исполнении автомобиль способен набирать первую сотню за 3,3 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час. В России цены на нынешний BMW M5 стартуют с отметки 8 250 000 рублей. А на этом видео подошло к концу, но перед тем как закончить, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу новинок в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.